Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я хочу поделиться с вами очень таким полезным рецептиком-советиком. Сейчас начинаются грибочки. Если вы собрали грибы, я вам хочу посоветовать. Возьмите грибочки, почистите и обжарьте их до полуготовности на масле. Затем остудите и положите в целлофановый кулек, какой-то специальный кулечек и в морозилку. А когда вы захотите нажарить себе картошки, берете пару картошек, отламываете кусочек уже замороженных, уже полуготовых маслят или каких-то там у вас грибочков, бросаете сюда, бросаете лучок, и у вас будет вкусная, замечательная картошечка с грибами. И очень быстрая. Приятного аппетита!